Intel Core i5. Умный, прибавляет мощности, когда нужно. Неплохо. Начать операцию захвата! Вперед, вперед! Вот этого делать не стоило. Почему? Вот такая прибавка мощности нам и нужна. Парни, это 5. Процессор Intel Core i5 с технологией Turbo Boost. Партнер турнира – компания Western Digital. Итак, десятку лучших моментов второго тура открывает украинский игрок команды Junglers Вадим Гуляницкий. Он благополучно останавливает выход команды МБК на плент Б. Девятую строку занимает представитель команды Q46, игрок из Санкт-Петербурга Николай Аленкин. Обороняя поставленную бомбу, из ямы он благополучно убивает трех игроков команды Финчер. На восьмом месте обосновался игрок из команды Ice Cream Барбос. Агрессивно отыграв свою позицию, Евгений рушит планы соперника, убив троих игроков атаки в нижней темке. Седьмую строку обоснованно занимает украинец Игорь Усатый. Зайдя на плент Б, он умножает на 0 троих игроков обороны. Но не останавливаясь на этом, он выходит на центр и отвешивает четвертый хедшот подряд, не оставляя ни единого шанса команде оппонента взять этот раунд. На шестой позиции игрок команды Пинч Дмитрий Зотов. Отыграв из глубокого холда, он наказывает четверых игроков команды Team46, которые в свою очередь играли агрессивный эко-раунд через зигзаг. В середине нашего чарта игрок команды Ice Cream, Коваленко Михаил. В начале раунда он прострелом убивает одного из игроков команды Nothing Personal, после чего заходит на план Б и убивает еще трех игроков команды Атаки, таким образом отправив очередной раунд в копилку своей команды. В десятке лучших моментов не обошлось и без команды This Fish. Мавр останавливает быстрый выход оппонентов по зигзагу, отвесив два хедшота и несколькими секундами спустя убивает третьего врага, который прятался за кладкой. И вот мы подошли к трем лучшим моментам этого тура. На третьей позиции игрок команды Тузов. Артем, обойдя в спину, убивает двух игроков команды Атаки, после чего оттягивается в длину к яме. И оттуда убивает еще двоих игроков команды оппонента, и таким образом делает 4 фрага за этот раунд. В тройку лучших также попал украинский игрок Максим Матушов. Для себя этот раунд открывает фрагом из АВП, после чего смещается на зигзаг. Укрепившись на данной позиции, он подтвердил свой ник и навел настоящий хаос, убив троих игроков обороняющей стороны из Desert Eagle. Капитан команды Aces Максим Ханов убивает первого врага в темке и заимствует его девайс, после чего выходит обратно на плент и из трофейного автомата вешает еще два хедшота. Но только не был бы ТРК, если бы не убил еще одного оппонента, жаждущего забрать бомбу. Let's go.